трем знакам зодиака предрекли удачу в конце мая. Восточные астрологи назвали трех представителей китайского гороскопа, которых ждет удача в последнюю неделю мая. Кому повезет больше остальных, я вам сейчас расскажу. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак бык. Людей, которые родились в год быка, в конце последнего месяца весны ожидает приятное общение, выгодное сотрудничество и интересное знакомство с потенциальным партнером. У них могут завязаться новые отношения. В сердечных делах лучше следовать правилу «доверяй, но проверяй». Существует вероятность отправиться в путешествие или приятную поездку в отличной компании. Второй знак тигра. Людей, которые появились на свет в год тигра, в последнюю неделю мая ждет долгожданное примирение после ссоры. Кроме того, есть шанс завести новое романтическое знакомство и влюбиться. При этом не стоит идеализировать партнера и быть излишне доверчивыми, поскольку существует риск попасть под дурное влияние. Можно ограничиться нежной привязанностью. И третий знак. В конце последнего месяца весны представителей этого знака ждет гармоничное общение и благополучное партнерство, повезет в любви, дружбе и сотрудничестве. Любые дела, связанные с коммуникацией, будут успешны. Например, начало романа, сдача экзаменов или бизнес. Однако кроликам не стоит действовать в одиночку. И это кролик.